первые дни осенних каникул стартовала профильная смена для школьников ЧУВГУГОЛ. Именно в таком произношении ЧУВГУ – это сокращенное название Чувашского госуниверситета имени Ульянова, организатора смены, а ГУГОЛ – математический термин, означающий единицу со 100 нулями. За право попасть на смену ЧУВГУГОЛ боролись школьники Чуваши, МРИЭЛ, Мордовии, Татарстана, Нижегородской и Ульяновской области, а также Республики Беларусь. Прецеденты соревновались в формате олимпиад по физике, математике и информатике. Преподаватели Чувашского госуниверситета отобрали 300 лучших. Разместили участников смены на базе загородного лагеря «Солнышко». И ждут насыщенные культурные и образовательные программы, мастер-классы по программированию, 3D-моделированию и другим направлениям. Кроме того, специалисты подготовили для ребят реальные кейсы, проще говоря, практические задачи. Самое главное, ребята должны очень четко понять, как они могут свои очень хорошие, глубокие теоретические знания применить на практике. Вот мы постараемся это сделать вместе с опытными преподавателями, что очень важно и ценно, и уникально с помощью наших предприятий-партнеров. В этом проекте участвует 15 у нас где-то предприятий, ведущих Чувашской Республики. Заинтересован в том, чтобы кадры надо готовить не с студенческой скамьи даже, да, со школьной скамьи. То есть новые подходы к профориентационной работе. Проект ЧУВГУГОЛ станет одним из первых в стране в рамках программы «Кампус молодежных инноваций», национального проекта образования и нацпрограммы «Цифровая экономика».